Котята или щенки? Щенки. Вино или виски? Вино. Чудное или причудливое? Чудное. Стринги или танго? Стринги. Грудь или попа? Попа. Хулиганка или умница? Хулиганка. Нежно или грубо? Грубо. Секс или любовь? Любовь. Пушкин или Есенин? Пушкин. Рок или рэп? Рэп. Романтизм или реализм? Реализм. Читать или смотреть? Читать. Дунуть или бухнуть? Дунуть. Написать или позвонить? Позвонить. Понятно или ясно? Ясно. Кола или Пепси? Кола. Трамп или Путин? Путин. Вероника или Лайло? Нет. Лайло. Вероника. Вместе. Готова ли честно отвечать на все вопросы? Да. Сколько тебе лет? 22. А на сколько чувствуешь? 20. Сколько дают? 20. Кто по гороскопу? Водолей. Твой гороскоп на сегодня? Не читаю. Ты сейчас с кем-то встречаешься? Нет. Кем мечтала стать в детстве? Учителем. А кем стала? Дизайнером. Самое лучшее воспоминание с детства? Любовь родителей. А самое неприятное? Получила хорошо, когда срезала челку в детстве. Ох, было весело. В какой школе училась? 142-я. Какой ты национальности? Русская. Веришь в Бога? Да. Твой фетиш? Верю во Вселенную очень сильно. Ты сама себя обеспечиваешь? Да. Сколько тратишь денег в месяц? Штуку. Сколько зарабатываешь? 1,5. Спала за деньги или подарки? Никогда. Самый дорогой подарок от мужчины? Пандора. Сколько он стоил? Наверное, 1000-1500. Сколько или что предлагали за секс? Никогда. Ни под какие расценки, нет. Что тебя возбуждает? Красивые люди. Что выводит тебя? Безответственность. Что слушаешь? Любую музыку. Меломан. Какой тренд тебя напрягает? Нет такого тренда, который напрягает. У тебя есть машина? Хотя нет, ТикТок. У тебя есть машина? Пока нет, но будет. Какой у тебя телефон? 11 iPhone. Это подарок? Нет. Твой первый поцелуй? 18. Первый парень? 18. Первый мужчина? 20. Твой идеальный мужчина? Мой будущий муж. Тебе изменяли? Нет. Ты изменяла? Нет. Ты прощала измены? Мне не изменяли. Ты делала аборт? Нет. Аборт — это преступление? Это выбор каждого, но я бы не сделала. Спала с чужим мужем? Нет. Девственность до свадьбы имеет значение? Я думаю, на сегодняшний день нет, но если кто-то придерживается, я поддерживаю. На тебя поднимали руку? Нет. Кто виноват в домашнем насилии? Я думаю, тот, кто создает его. ЛГБТ должны в открытую говорить о себе? Я не против этого, но и не за. Я не сторонник. Оголенные фотографии – признак шлюхи? Нет. Почему так считают? Узкое мышление. Употребляла наркотики? Да. Ты красивая? Да. Какой у тебя есть комплекс? Был комплекс ожога. Любимое матершинное слово? Сука. Какой у тебя бизнес? Любимый бренд, которому я посвящаю все себя. Как он называется? Мимари. Стартовый капитал? $100. Часто врешь? Нет. Ты сплетница? Нет. Расскажи тайну, о которой никто не знает. Таких тайн нет, но, возможно, где-то давным-давно были. За тобой следят? Следили, был момент, и был очень неприятный момент, и меня это напрягало. Как тебя хейтят? Не хейтят. Что скажешь своим хейтерам? Живите счастливо и наслаждайтесь своей жизнью, а не чужой. Есть фейковые аккаунты? Нет. Проверялась на ВИЧ? Да. Когда? Не знаю, когда вообще анализы сдают. Часто меняешь свое мнение? Нет. Смотришь порно? Ну, не так часто. Насколько ты оцениваешь свою красоту от 1 до 10? 7. Насколько ты оцениваешь себя в сексе от 1 до 10? Ну, наверное, не мне судить. Ну, хорошо, давайте 7. С милым рай в шалаше? Думаю, да. Любимое место в Ташкенте? Узбечка, последний этаж. Красивый вид. Как можно познакомиться с тобой? Просто подойти и привить инициативу. Дело пластику лица или тела? Нет. Размер имеет значение? Думаю, нет. Твой совет на миллион? Быть счастливыми здесь и сейчас. Ты принцесса? Нет, я шью для принцессы.